Все нашу традицию, 9-й год, ровно сколько лет Владивостоку, столько у нас работ в альбоме, белый альбом, и ровно столько же работ здесь, в нашем любимом артэтаже, в котором уже не помню какой год, по-моему, 5-й. Я бы хотел для начала предоставить слово автору пролога. Помните, да, альбом белый открываем, и здесь сразу есть пролог. Это Наталья Малкова, доцент Восточного федерального университета, где-то я ее. Вот Наталья, да. Давайте Наталье поаплодируем, потому что она сделала тот самый труд, которым открываются все ваши труды. Здравствуйте, спасибо большое, что удостоили меня чести написать пролог к тем фотографиям, которыми жители города объясняются своему городу уже на протяжении 9 лет. Ближе, ближе, ближе. Еще ближе? Так, нормально, да? И... собственно говоря, я на самом деле несколько смущена той функции, которую мы сегодня вот, как бы выделили. Я это делала на самом деле в первый раз. И всем жителям Владивостока я бы хотела сказать большое спасибо за то, что на самом деле... Как печально ты об этом говоришь. Ну, простите. На самом деле... редко встретишь жителей, которые так любят свое место. Настолько на самом деле готовы всегда говорить о любви к тому месту, где они живут. И я подозреваю, что у жюри была очень, на самом деле, сложная задача выбрать из множества то небольшое число, которое вошло. Но это, я думаю, не снижает качество или интереса к тем фотографиям, которые в этом альбоме не оказались. Поэтому большое вам всем спасибо, авторам, жителям, за то, что мы с вами здесь все оказались в этом месте. Добрый день, Владивосток! Вот, и по поводу выставки самой, она шикарная. Мне очень нравится Владивосток, и я родилась здесь, живу в нем, не собираюсь никуда переезжать. И каждый раз в фотографиях я вижу какие-то новые акценты, которые раньше я не видела в городе, и это супер. Поэтому спасибо, что вы нам даете, жителям города, какой-то новый взгляд на этот город и возможность еще больше его любить. Марина Машко. Все правильно делаешь. Здравствуйте всем и тем, кто был вчера на церемонии в Пушкинском театре, торжественно сообщаю, что шампанское между Китаем почти все мы пошли и выпили в театральном сквере большой дружной компании, отметили день рождения города под песню Высоцкого. И там же стали уже обсуждать, какой и где, главное, может быть церемония 10-го сезона. Посмотри на Владивосток, это ровно через год. И я не просто позвала Марину, потому что она это придумала, она это озвучит. Она за это и отвечать будет. Пушкинский театр совпало с датой, да, ровно 50 лет назад. То, что церемония 9-й премии была в Пушкинском театре. Но в новом году есть прекрасная номинация. Называется она «Время крепости». Относится она не только к нашей Владивостокской крепости, которая является нашей сокровенной, никем не подражаемой ни с кем изюминкой Владивостока. И поэтому я думаю, что эта номинация будет одна из главных и соберет наибольшее количество фотографий прекрасных, которые сделаете вы. И совершенно объективно, если следующая юбилейная 10-я церемония конкурса «Посмотри на Владивосток» будет проходить в локациях Владивостокской крепости, там, где строили оборону нашего города, нашей страны. И я думаю, что крепость каждого, кто живет в Владивостоке с крепким характером, она будет связана и с этой номинацией, и с этим местом, где будет юбилейная 10-я церемония конкурса «Посмотри на Владивосток». Я думаю, это будет замечательное действие. Такой ракурс шикарный. Да, я развернусь и сделал. Пока парочка ждала меня, я фотографировал.